Я хочу объяснить, уважаемая публика, что сейчас осталось только одно зеро, поэтому куда бы ни указала стрелка, все равно будет зеро. Но стрелка указала на ставку Михаила Джабарова. Его ставка увеличивается в 10 раз. И на кону сейчас зеро 10 миллионов рублей. Итак, интеллектуальное казино против знатоков. Я со своим блюдцем. Что это значит, господин Жуков? Если есть трудности, я всегда готов помочь. Внимание, внимание. Так, спокойно. Уберите вашу фишку. Как прикажете? Пока не поздно. Будем считать, что это блюдце не мое, господин Бурда. Так. Вы играете против меня, да? Да, я играю против вас. Будем считать, что это блюдце Муравьева-Апостола. Помните, господа, был такой мечтатель, декабрист, фантазер? Их было несколько. Тихо, подожди сейчас. Это было не Сергей, да. Очевидно. Да. Нет. Пока вы будете вспоминать, я начну раунд зеро. Итак, Муравьев-Апостол в свое время придумал замечательный проект. По этому проекту должно было произойти какое-то великое действие. И проект этот должен был достигнут быть простым, легким и понятным путем. К сожалению, проект не состоялся, естественно, ничего этого не случилось. Внимание, вопрос! Господин Джабаров, у вас есть шанс осуществить проект Муравьева-Апостола. Сделайте великое действие. Великое действие, которое не удалось Муравьеву-Апостолу. И скажите, для чего... Хотел сказать, для черта. То есть, зачем это блюдце принесли с собой мы? Ребята, помните, была мысль, что все подписались по кругу. Но это не туда. Точно. А кого он хотел собрать подписи? Он это сам, он был автором Конституции. И что мне сказать, да, вот именно. И они собрали подписи по кругу. Ну понятно, круглый Робин, не ясно, кто... Эта версия отработана, ее не обсуждаем. Что еще могу? Своим отражением света, так как физические проекты. Не, очень хорошо. Это красиво. Он мечтал. Все забыли. Физические проекты, что ему там за ухо, он чем-нибудь занимался. А зачем его развивать? Значит так, пускаем по кругу, да, подписываем. Дальше еще что? Еще наукой связано. Нет, это имеет количество, сколько мало здесь. Ну, видимо, столько посчитай. Парламентов. Сейчас было великое действие, достигнуть это действие надо было совсем простым путем. Сколько их там? Может быть, речь шла о каком-то выборе, голосовании. Нет, ну, в принципе, вы понимаете, эта конституция, она не дошла. Конституции не было Муравьева-Апостола. Как насчет минуты? Не было, было. Давайте купим еще Пестеля. И Муравьева. И Муравьева просто. Муравьев-Апостол написал конституцию. Ну, это друзья, не конституция, ребята. Как насчет минуты? Нет, к сожалению, нет. Господин Джабаров. Итак, вы предлагаете мне сделать. Я предлагаю. Я даже читаю момент ответственный. Господин Джабаров, покажите способ, которым Муравьев-Апостол хотел добиться величайшего гуманного действия. И причем здесь блюдце? Ваш ответ, господин Джабаров. Способ. Показать. Я не знаю, насколько будет писать здесь ручка. Расскажите словами. Значит, проект состоял в том, что тот проект, он представлялся органам или какому-то лицу при помощи этого блюдца. И никто не хотел или не должен был брать ответственности один на себя за весь этот проект. То есть, когда коллектив подписывался, да, чтобы не было зачинщиков, не ищите подсказки. Я не ищу. Смотрите на меня, господин Джабаров. Да.
Вы сейчас смотрели на господина Тимофеева и Левина. Нет, и я даже на Поташова. Смотрел, да, на Поташова, так как... Не отвлекайтесь. Да. Итак, нужно было подписаться на этом маленьком блюдечке, да, с рифленой конвой, подписаться всем участникам каким-то, для того, чтобы не могли найти зачинщика. Для этого я принес блюдце сюда. Нет. То есть как? Да, а не нет. Я принял уже ваш ответ. Нет. То есть, Борщевский, что здесь творится? Вы доктор или не доктор? Я доктор, но здесь жарко. А вот ваш вопрос бросает холод. Естественно. Юрий Жабаров, да. Не надо бегать глазами. Я не бегаю глазами, но и могу я в данной ситуации передать ответ господину магистру этой игры, который, я считаю, что он более, если он не возражает. Так как счет 6-6, и я как игрок-дебютант, я считаю, что... Если господин Друзь не возражает, если господин Друзь возражает, я готов отвечаться. От меня как бы ничего не зависит. Наверное, нет, да? Нет, ну почему? Дополнительный раунд, дополнительные условия. Госпожа Маринина. Мое очко, кому хочу, тому отдаю. Пусть господин магистр ответит. Ну давайте, господин магистр. Вы будете в ответе за весь клуб, за вашу шестерку, за всех. Для чего я принес блюдце? Осуществите проект Муравьева-Апостола, замечательный гуманный проект. Итак, раз. Я, у меня как бы та идея, которая была у господина... Короче, конкретно. Я короче не умею. Я все-таки магистр, в конце концов. Вот. Мне понравилась эта идея, которая как бы вот родилась у меня после того, что сделал господин Бурда. Я хочу сделать вот так. Что это значит? Собрать по кругу деньги. Что это значит? Что это значит? Это значит сбор средств по кругу с каждого, кто здесь играющий. Делиться надо. Минуточку. Может, вы хотите передать еще кого-нибудь? Нет, я не хочу ничего. Короче, сбор что это значит? Сбор средств для того, чтобы осуществить гуманный проект. Каким образом собирали средства? Где и каким образом? Молчите. Где? Я не затрудняюсь ответить, где. А я прошу вас ответить, где? И в этом будет заключена игра. В обществе. Молчание, в обществе. Все. Одну секундочку. Да. Я понимаю, в обществе, да. А не в телятнике. Я прошу всех замолчать. Я спрашиваю, где должно было быть это блюдце. И от ответа господина магистра зависеть будет исход игры. Где Муравьев-апостол предполагал это блюдце? Где? Тишина. Раз. Молчи. Два. Молчите. Господин Бурда, я ничего не могу поделать. То есть, нет, я уже от волнения перепутал вас с другим магистром. Так. Значит, я полагаю, что собирать деньги в обществе для освобождения крестьян. Я прошу конкретно сказать, где? Вы не можете ответить на этот вопрос. Я сказал, это честно. Я еще раз прошу. Нет, меня не удовлетворяет этот ответ. Раз уже играем до 7, можно помочь господину Друзью? Нет. Он проголодался, наверное. Вы не можете сказать, значит, где пожалуйста, лежала... Пожалуйста, в казино. В этом домике не скучно, в саду, в этом домике. В каком еще домике? Вот в этом. Нет. Именно сейчас и осуществили этот проект. Именно здесь он и произошел. Ну, я не знаю, что делать. У нас времени в эфире нет. Аплодисменты рановато. На самом деле я говорю правильный ответ. Муравьев-апостол пытался осуществить проект, который заключается в следующем. Он хотел, чтобы в каждом игорном доме в России... А вы не отвечали. Ну и что же? Вы не отвечали. Вы испортили ответ господина Друзья. Друзь сказал то же самое. Он сказал казино, я сказал. Он не сказал в игорном доме. Сказал в игорном доме. Я он не сказал. После вас он сказал. Нет, сказал доме, я только поддержал его, Владимир. Господин Друзья. В элитарном клубе не стоит торговаться. И, наверное, нам проще спросить незаинтересованного господина Борщевского и покориться любому из решений. Господин президент банка. Не хочу Борщевского, хочу Маринину. Ой, меня кто-то хочет. Скажите, итак, правильный ответ, каждое блюдце в казино должно быть.
по Муравьеву апостолу. Из каждого выигрыша действительно фишка должна лечь в блюдце. И эти средства пойдут на благотворительность. Господин Друзь, который так сейчас насупился у нас в кресле, глубоком, да. Он не сказал ясно ответ. Но показал. Ну, показал. Я заработал дополнительную минуту. Минуту. На женщину. Что? Что? Еще один хочет. А для чего, женщины существуют вообще? Госпожа Маринина. Итак, мы заканчиваем сезон летние игры 1997 года. Вашим словом. Владимир, выигрывает кто? Телезрители или знатоки? Ну, если положить, конечно, руку на сердце, отведенная игрой. Да, да, милый. Не носил. Это почему? Я с удовольствием. Отведенной игрой время правильный ответ не был дан. Он был дан после истечения минуты. В результате он был дан. Но седьмой раунд был после отведенного времени. Седьмой раунд тоже после отведенного времени. Госпожа Маринина, если вы присудите ничью, то деньги не получат ни телезрители, ни знатоки. Нет, ну пусть уж телезрители, мне очень жалко. Нет, госпожа Маринина, ну как же что? Оставьте это решение! Почему только госпожа Маринина имела право распоряжаться только шестым очком? Конечно! Могу ли я сказать? Могу ли я сказать? Адвоката было последним, а не слово прокурора. Я напоминаю, что госпожа Маринина все-таки... Ответ был дан за пределами отпущенного времени, но до того, что вы произнесли правильный ответ. Если бы это был не седьмой раунд, ответ который тоже был дан другим человеком. Нет, самим друзьям. Хорошо. Ваш ответ выигрывают знатоки. Да. Ваш ответ. Знатоки. Ваш ответ. Можно сказать? Да. Кто выигрывает? Крупье, Только сразу. Кто выигрывает? Мы предлагаем ставку увеличенную в 10 раз оплатить на такую, Интеллектбанк ее платит. Мы предлагаем задать еще один вопрос, на который я готов рискнуть ответить. Сколько же можно? Сколько можно? Большинство знатоки! А? Большинство сказало знатоки. Нет, мы тут еще в демократии не играем. Владимир, кто демократию играет? Играть нельзя, господин Крупье. Кроме как в казино. Я главные деньги в казино. В конце концов. Я же не деньги положил, мог положить пачку. А положил фишки. Ответ на столе лежит. Я положил эту фишку в первые полсекунды, когда не было ничего сказано. Не говоря уже о том, что ответ был дан до начала вопроса господином Бурдой, как только вы вышли. Господа. Внимание. Счет становится 7-6 в пользу телезрителей. Уважаемые телезрители, пользователи интернета, как всегда, вы можете задавать свои вопросы знатокам в прямом эфире. Заходите на сайт 13.mts.ru и присылайте свой вопрос по интернету. Сегодня у вас есть уникальная возможность за один день стать чемпионами мира по игре «Что, где, когда». Господин Касумов, да? А на третий вопрос тоже будет господин Аскеров отвечать? Не будет. Березники. Против вас играет Радик Хабибулин, город Березники, Пермская область. Внимание, лягушка. Господин Гулиев, скажите, а в Азербайджане водятся лягушки? Да, конечно. Но это не просто лягушка, это приспособление. Осмотрите его внимательно. А теперь, внимание, вопрос. Для чего оно служит? Это сосуд комаров какой-то. Комаров ловить, может быть. Погремушки не может быть? Нет, там нет, ничего, нет, ничего нет, 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 его. Нет. Понимаешь, его никуда не поставишь, его только можно держать в руках. А вы дохожу, туда что-то заряжают, и туда насекомые заходят, а выйти не могут, например. Да, нет, тогда бы залили что-то. Клей, например, какой-то заливаешь, нет, 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 но можно было бы поставить куда, это только держать можно. Нет, не обязательно поставить. Куда ты поставишь это? Да, а может положить его сюда, зачем ставить? Не, ну это наверняка... Или аромат какой-то может быть. Что еще делают лягушки? И вот точно в руках кушают.
Что еще там? Молоко, там, не знаю. Отмеряют точно, в смысле, как дать? Нет, мера. Мера, вы начали там сейчас свистит? Нет, не свистит. Сейчас вот без землетрясения, когда проверяют, там достаточно широкая ответственность. Она с этим. Лягушка, у лягушки еще... Рушан, у лягушки все кожа все время прохладная. Может быть, там что-то охлаждали? Холодно что-то держали? Нет, тоже не будет. А она, кстати, холодная. Активно не испаряется, поэтому вряд ли. Ну, она глазурью покрыта. Тишина в зале. Да, тишина. Кто отвечает? Дмитрий Авдеенко. Прошу, Дмитрий. Лягушка, как известно, питается летающими насекомыми. Возможно, что это приспособление от комаров. А как оно действует? Возможно, внутрь кладут какую-то приманку, комар туда залетает, и ему наступает конец. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Авдеенко, да. Вы правильно предположили, что раз у этого приспособления рот открыт, то значит, попадает. Туда что-то можно положить. Или господин Авдеенко, например, что еще может сделать? Положить, налить. Можно что-нибудь налить. Да? Да. А поставить, вы говорили, в обсуждении некуда. А куда же можно это поставить? Уберите, пожалуйста, руку, чтобы... Ну, в землю можно воткнуть. В землю можно воткнуть. А хвостик этой лягушки не покрыт глазурью. Обратили внимание? Да. А значит, может медленно пропускать воду. И если налить в лягушонка воду и воткнуть его в цветочный горшок, можно смело уезжать на несколько дней из дома и не бояться, что цветок засохнет. Это приспособление для полива цветов. 2-1 в пользу телезрителей. Дамаск. Против вас играет экскурсовод Зухир Аль-Саади, город Дамаск, Сирия. Этот вопрос снял на камеру обладатель хрустальной совы Никита Шангин во время летнего отпуска в Сирии. Вот он в нашем зале. Давайте посмотрим на него. Добрый вечер, Никита. Скажите, вам понравилось в Сирии? Да, замечательная страна, очень интересная. Никит, ну, я надеюсь, вы понимаете, что сейчас подсказывать знатокам не стоит. Нет, конечно. Тем более, что Захар — это замечательный человек и мой друг лично. Я просто пользуюсь случаем, передаю ему привет. Давайте вместе с вами посмотрим на его творчество. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, здравствуйте. Зовут меня Захар, я гид-экскурсовод. Мы находимся сейчас в центральной части Сирии, такая удивительная страна, вот Сирия. И позади меня руины и развалины античного города Расафа. Местные жители вот здесь пользуются такой очень интересной штукой, так сказать. Очень простой предмет, очень простой предмет. Давайте посмотрим. Это кафе, станция отдыха для туристов, где они... После длительной дороги из города Алеппо в Сирийскую пустыню, чтобы посмотреть замечательный античный город Расафа, делают здесь маленький отдых. А вдруг мы сталкиваемся с такой картиной. Что это такое? Пакетик? И там вода. Для чего это? Подумайте. Вопрос понятен. Для чего служит это приспособление? Да и две версии. Во-первых, кондиционер это может быть, она испаряться может охлаждать. Она будет испаряться. Если проколоть, на тебя вода польется. Нет, наверху может открыто. И еще может... Она закрыта, чтобы не было мух. Может, это проведение? Устали путники. То есть они усталые, возвращаются. Там жарко. Может, просто проколоть и освежишься, как будто душно тебя. А может, это просто утяжелитель, чтобы салон... Их много, они висят тут все. А людей-то много. А мне противопожарная больше нравится. Как противопожарная? При чем здесь люди? Он может еще утяжелять от соломы, чтобы она не слетала от ветра. Слышу, как грот. Ребята, вода, там ничего внутри не было. Вода была. Когда? Вода. Может раскладить. Может, тишина.
Господин Касумов, вы выбираете, кто отвечает. Последнее слово за капитаном. Я постараюсь ответить сам. Мы думаем, что вот теплая, очень жаркая сторона, люди ну, встают, потеют там. И если вот, допустим, развязать или проколоть один из пакетов, то вода прольется на человека, то есть его как бы освежит. Ну, как Балаш, да. Скажите, пожалуйста, у меня к вам два вопроса. Да. Скажите, пожалуйста, а какие версии еще были, вот какие версии вы не приняли? Версия была как кондиционер, как против насекомых. Против каких насекомых? Ну, не знаю. Нет, ну вам просто сказали, я проверяю, что вы слышите, а что нет. Против мух. Против мух сказали. А вы решили, что из пакетиков с водой, то есть надо пакетики под крышу подвесить, чтобы потом их снять и на себя вылить. Правильно я вас понял? Можно не снять, можно просто проколоть, так удобно. Посмотрите на экран. Тогда, уважаемые знатоки, правильный ответ, для чего все это делается, с какой вот целью. Это простой, но весьма эффективный, как сказать, эффективное средство от мух. То есть мух выгоняет. Сюда налетают вот мухи, особенно летом, то есть август месяц, что тут творится, это страшное дело. Поэтому сюда влетают вот мухи, когда они увидят свое отражение, так сказать, им страшно становится, и они влетают вот отсюда. Вот простое решение, так сказать, от этой назойливой вот проблемы. Это приспособление для отпугивания мух. Просто я думаю, что российские мухи не такие пугливые. Господин Шангин, скажите, а вообще помогает? Ну, я это снимал в мае, там еще мух не было. Но то, что, как видите... Иначе бы не вешали, да? 3-1, 3-1. А, кстати, а версию, что это от мух? Это сказал Анар Гулиев, причем в самом начале. Анар, почему вы не настаиваете на своей версии? Ну, насчет того, что мухи пугаться будут, вообще нельзя было подумать. Я думал, что нет, ну средства от мух можно было бы, там пугаются они или не пугаются, этого никто не знает. Вот, а как средство от мух, это вы точно догадались, потому что действительно жарко, с чем еще бороться. Господин Умитханов. Я хотел спросить вас, скажите, а как вот победа команды Баку, во-первых, ну для вас была сюрпризом? Нет, абсолютно, я привык, что Баку всегда побеждает. Скажите, а вообще вот в городе и в Азербайджане как отреагировали на эту победу? Я думаю, что примерно так же, как и я, вот счет 3-1, я третий раз на игре «Что, где, когда», Баку стал третьим чемпионом мира, и весь Баку втройне счастлив. Ага, вы хотите сказать, что вы третий раз на игре «Что, где, когда» и третий, еще не видели побед знатоков за этим нет, столом, не да? Видел. Нет, не видел. Ну, может быть, вам сегодня повезет, голосование да. закончилось. Тем более, играем в России, а на троих это оригинальный способ. Голосование закончилось. 22 480 рублей заработал Зухир Аль-Саади из Дамаска при помощи Никиты Шенгина. Благодарю вас, Никита. Поздравьте вашего друга при встрече.